В медицинских учреждениях республики началась вакцинация против сезонного гриппа. По мнению специалистов, прививка является наиболее эффективным способом защиты от вируса. Также она значительно снижает возможность получения осложнений в виде пневмонии и менингита. Сезонная вспышка гриппа в России ежегодно приносит прямые и косвенные убытки порядка 40 миллиардов рублей. Особо врачи рекомендуют вакцинацию пожилым людям и тем, кто относится к группам риска. В медицинском центре города Якутска с сегодняшнего дня начали ставить прививки всем желающим вакцинами Гриппол и Савигрипп. Чтобы поставить прививку, достаточно иметь паспорт, полис, получить талон в регистратуре и подойти в прививочный кабинет. В этом году специально мы начали делать рано вакцинацию против гриппа.